Hello, people. Як у вас? І ми проходимо брейкпоінт. Собственно, я зачистив ту територію. Смотрите, я прокачав вот этот скорпиончик и полностью. И мне говорит, давай-ка до МК-2 прокачайся, и тогда ты будешь прокачивать оружие дальше. И тогда у нас, смотрите, появится еще одна пассивная фигня. Плюс 10 к скорости перезарядки. Это довольно-таки интересно. Этот мы с вами пока не можем прокачать. Это что такое? Нафиг надо? Ну вот здесь нам нужен... Блин, я разобрал ту винтовку. Ёб твою медь. Ну ладно. Здесь мне не хватает одной детали улучшенного оружия. И тогда у нас тоже будет МК-2. Ай. Ладно. В принципе, этот разведчик нас тоже хорошо спасает. Так, окей. Что дальше? Что у нас по уровню? Мы 27 уровень. Видите, я уже стрелка хорошо так вкачал. Нам нужно бы, конечно, для нашей винтовочки посмотреть расширение магазина. Так, это у нас АУК. Сотый уровень, чертеж. Так себе. Здесь такой себе. Броник нам не особо нужен. Это у нас штурмовая, да? SC-20K. Честно, впервые такую вообще вижу. Тут у нас есть чертеж. А, ну вот он как выглядит. Коллекционный предмет. В принципе, можно сюда вот за это завалиться. Сюда нам пока рано. Так. Сюда пока рано. АУК. Так. Дезерт Игл, дробовик, МП5, ботинки, перчатки, модификация. Завод композитных материалов, да? Давай-ка вот сюда сходим. Раз уж мы тут как бы, да? И отсюда это. И посмотрим, кстати, если получится, снайперскую винтовку соберем. Ту, которую сейчас мы с вами добыли. Я вот все говорил, что в ночь я еще не играл, а вот она ночь. Вот так вот она выглядит. Так. Братан. Какой-то мы там пистолет еще набрали. Хти. 160 урон. Но скорость перезарядки, да, беда. Так, ДРБ. А, ну, дробовик, да, это Сайга, по-моему. Ну, на Сайгу похоже. Так, это у нас это. М4, Скорпио, Скорпио. Фактически, покупая Скорпио разведчик, да, по-моему, у нас разведчик, мы будем получать те же бафы, которые есть в настоящий момент, то, что мы смогли прокачать. Так, 50, 160 у него урон, но скорость перезарядки, скорость, темп огня, ну прям да. Ну зато урон. Ну у нашего, по-моему, 125 урон, поэтому... Не, так... У нас что, скорпион же, да? Да, как бы небольшая разница, поэтому... Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. Штурмовуху помощнее, это да. А этот тактический М4. Так, ладно. Что у нас здесь? Здесь у нас для дробовика, для ППшки. Все пока
не такое уж и нужное. Так, создание предметов. Что создать можем? Все в максимуме. Так, удобство плюс 10. Такое себе. Тактика. Что-то мне показалось, что какое-то другое оружие. Нет, так нет. Как светло от фонаря-то. И там еще, смотри-ка. Ну, пошли. 700 метров, но не так уж и далеко. Есть, я вижу ящик. Болото дохлой лошади. Класс. Нагрудник снайпера. Арбуз? Чего? Ты еще тут арбузы собираешь? Охренительно просто. Зимняя стелла. У нас же с вами гранатомет появился, поэтому если вот будут такие грузовики, в принципе, можем издали их просто размачивать, да и все. Хотя надо посмотреть, на сколько сильно упреждения надо брать в данном случае. Давно, кстати, не было. Сколько я здесь играл? 2 часа, в предыдущий раз даже больше. Не летали. Сейчас только появились. Так, пока эта байда летит. Нагрудник снайпера. Давай выберем. А вот это разберем. Так. Убейте врагов, задействуя бронекрушитель. 3 врагов из снайперской винтовки без перезарядки. В принципе, это возможно. Сколько нам еще до... Вот, нам вот эту вот штуку нужно открыть, и тогда у нас будет МК-2. Это, видимо, МК-3. Так, а тут что у нас? Дополнительное умение, чтобы усилиться и подчеркнуть свой стиль игры. Ну, понятно. Взрывчатки. Эми-граната. Так. Ну, такое себе вот эта граната. Вообще ни о чем, мне кажется. Так. Вот штурмовый факел. Я так понимаю, это вот... Вот эту фигню, да? Раз... Да. Это прикольно. Так. Нужно будет вот это прокачать. Снупер. Плюс 40 дальность, о, плюс 60 дальность. Ну, норм. Ладно.
Жалко, пока карту смотришь. Время не проходит. Что было бы, в принципе, логично. Давай, чувак, беги. Я верю в тебя. Так, сиди пока. Слетаем, посмотрим. Не могу сказать, что тут до хрена народу. Я так понимаю, в связи с тем, что здесь нужно просто взять задание. Тут не будет напряга с врагами. Ну. Так, бери предмет. Слушай, у меня много дел. Ты меня злишь. Не трогай меня. Я тебя не трону. Ты... Ты не Сентинелла? Эти козлы, они всех убили. Мне жаль, но... Мне нужно знать, что можно сделать на этих машинах. Если есть чертежи, то что угодно. Я серьезно. Это прототип нового поколения, он создает сплавы. Если есть сырье, принтер сможет создать любую химическую конфигурацию. Можно сделать буквально все. Наш генератор — это революция в энергетике. Он способен добывать электричество буквально из земли, да и детали сам печатать. И это только начало. Такая ухмылка. Электричество из земли или оружие с неба. Это устройство может принести большой вред, я понимаю. Мы близки к тому, чтобы изменить мир. Эти тупые солдаты забрали два компонента, без которых принтер не может обрабатывать материалы. Наука находит способ создавать дешевую энергию, а эти гады крадут мое оборудование, чтобы делать бомбы и пушки. Если вернешь эти детали, то я смогу продолжить работу. И тогда все изменится. Ну, да, конечно. Надо защитить мир от Сентинелла. Но вот вопрос. Куда мне идти? В бухте контрабандистов есть порт. Один компонент должен быть там. Второй везет колонна Сентинелла. Я дам тебе ее маршрут. Ну, да, в принципе. Вот, 8-й уровень, кстати. Мы можем прокачаться. Да. Вот это дело. Хоба. 4 очка на... А, требуется 4 очка навыков. Нихера себе. Хорошо. Так, смотрим. Детали улучшенного оружия, видите, нужно. Детали высококлассного оружия. То есть нужно будет, ну, как бы собирать оружие или покупать, или чего. И прокачивать. Скорость перезарядки. Удобство. Мобильность. Так. Ну, кстати, это неплохо. Здесь мы можем что? Нет, тут не хватает одного улучшенного, но посмотрим. А, кстати, а здесь у нас что?
Правда, я не особо им пользуюсь. Вот если бы его можно было запихнуть в это, в слот, ну, пистолет, слот, в слот пистолета, господи, воткнуть ППшку, вообще бы, наверное, бы цены не было. Ух ты. Поднимайся. Ну, поднимайся. Так. Сколько их тут получается? Четверо всего? Просто ящики их бы повскрывать. Особо немного, но мы сможем кредиты поднять. Он его не убивает, я не понял. Странно. Пролетело в голову, а он там что-то про то, что он не готов умирать. Интересно. Звук больно странный, вам не кажется? А, поезд. Господи. Так, хорошо. Дунц. Так будет быстрее, честное слово. Потому что каждый раз он так долго прилипает к этому. К... Как же он называется-то? Господи, к лестнице. Еще можно просто сойти с ума. Так. Перчаточки. Просто как пройти сквозь дверь, которая закрыта и нет этого. То есть надо было чувака какого-нибудь оставить в живых. Так, английская кепка. Так, что тут у нас дропнулось? Ты
слишком близко от меня. Синенький пистолетик. Обалдеть. Давай, открывай. Чемодан. Так, кредиты. Я вас понял. Так, пистолетик. Удобство плюс 10, меткость плюс 10. Ну, давай. Этот мы не разберем, естественно. На него мы, соответственно, можем повесить глушитель. Ой, рано вышел. Так, тут что? Ах, тип появился, да? Давай-ка мы его проверим, насколько он быстро стреляющий. Потому что она-то, по-моему, помощнее, чем скорпиончик-то. Точность такого скорпиона больше. Но урон, да. Так. Да, она, конечно, очень медленная. Возвращаем скорпиона. Это мы разбираем с вами. Вот, усовершенствованные детали. А, я понял. Нам улучшенные нужны. Я вас понял. Так, детали усовершенствованные. Ой, погоди. Вот это мы надеваем. Вот это мы разбираем. Оружие. А там снаряжение. Я вас понял. Так, хорошо. Куда он нам предлагает идти? Собрать? Да ладно. А мы там были уже. Вот даже интересно, там они восстановились, эти персонажи-то? Ну, конечно, восстановились, но это же логично, если они там восстановились. Но нет, нету. Только их тут нет. А так, конечно, могут. Да, ржачно. Только я это дело все зачистил. И на тебе. Прикол. Не зря нашел. Так. О. А этот у нас куда-то едет. Если мы переместимся, если он едет по кругу, то можно им эту ловушку поставить. Нет, но он едет вообще не так, как надо.
Мне вот просто интересно, вот то, что мы здесь все получили, это говорит о том, что они здесь больше не появятся? Вот мне вот это больше интересует. Или они появятся, но... Пум. Но не скоро. Или как? Или где? Так, все? Нет, еще собирает цветы. Смотри-ка. Ну, короче, грузовику надо просто пробить колеса. И все. Но интересно, как он поедет. Ну, понятно, он дальше направо поедет или налево. Если он поедет направо, то вообще никаких вопросов нету, мы его здесь и поймаем. Господи, просто из ниоткуда появился. Так. Реакция такая. О, тебя все еще не убили? Даже не верится, что тебе удалось это провернуть, но мне нужно еще кое-что. Я слушаю. Чертежи дронов. Мне не нравится, что мои идеи превращают в оружие. Если у меня будут эти чертежи, тогда я найду способ помешать Сентинеллу. А где именно эти чертежи? На заводе, который выпускает дронов? Да, там. Эти чертежи очень хорошо охраняют, но они мне очень нужны. Они для города, который будет построен на Марсе. Серьезно? Ладно, я их достану. Но давай для начала спасем Землю. Она сама написала чертежи, нарисовала чертежи и при этом не может. Как бы самостоятельно их использовать. Так, вот нам сюда. Ну, у нас, как видите, достаточно еще много всего тут интересного есть. В частности, вот можно вот сюда приползти. Давай поставим. И вот отсюда пойдем. Нужно прокачивать нашего перса. И да. Ух ты, на гору подниматься. Я, честно говоря, думал, что... Наоборот, спускаться. Так, хорошо. О, элита. Которая находится довольно-таки далеко. Тихо, братан, не скользи. Давай. Попробуем элиту настругать. Нормально. Так, хорошо. Сейчас посмотрим, как тут база устроена.
О, там народе еще чувствуется дохренище. Так, то снайпер. Носильщик. Казалось, что летит вертолет, поэтому решил заранее прилечь. Сконоебило как чувака. Так, дробовичок. Вот, кстати, мне интересно, что можно на дробовик повесить. То есть, вот он, например. Нет, вот он. Дульная насадка, ну понятно. И прицел. Все логично. Но он нам не нужен. Так. Автоматические метки плюс 10 метров. Ну, только если ради этого. Так, я особого смысла не вижу. Его можно, наверное, прокачать. И, возможно, у нас пассивный. Так, осталось 7 убийств, дроны и еще одно тройное убийство. Ну хорошо. Так, есть у нас... Для штурмовой винтовки. Эмочка, смотри-ка. САС, отлично. Правда, пока только одна зеленуха падает. Ака. Прекрати уже. А, кстати, как мы вырубили электричество, эти сразу вырубились. Надо это не забывать делать. А то я что-то как-то в прошлые разы этого не делал. О, синяя шапка. Так, смотри-ка, мы тут все зачистили, я смотрю. А где-то мы еще что-то забыли, да? 2500 скрелов. Так, здесь у нас что? Это у нас ручной пулемет. Баню идет. 80 урона, 300 скорострельность, 12... 950, да? Более скорострельный. АК-12, ну что-то какой-то вообще вялый. Идет в баню. Баню. Ну, САС неплохой. Ну, тем более, что это дробовик, да? Поэтому он и неплохой. Ну, так себе. Так, у нас целое одно очко. Сюда нужно 4 накидать. А, обнаружение ресурсов, восстановление дрона, суперсовременные очки. Так, быстрый скалолаз.
Так. Скрытность плюс 80. Это очень классно. Давай вот это, чтобы больше дропа было. Не дропа, прошу. Опа, этот откуда вылез? Так, смотри-ка, тут у нас машинка. Ей только управлять можно, да? А, вон ящик еще один стоит, я что-то его не заметил. Вот и 2500 кредитов мы набрали с вами. Ну что, в целом очень неплохо получилось. А, можно еще и сюда сходить. Ну да, тут у нас... Куда только нельзя сходить. Это вообще... Давайте-ка я сюда тоже завалюсь. Ну, первоначально сходим, подберем всякого говна для себя. Так. Хочу вот что посмотреть в магазине. Дербайк, смотри-ка. Мы его можем разобрать, чтобы получить с него ресурсы. Сейчас так и сделаем. Так, АК-74. Так, тридцатничек, тридцатничек. А чё-то какие-то они все слабенькие. Серебряный кол, кстати. Как вот у нас. Вектор. Вообще ничем не отличается, кроме точности от этого всего. Так, увеличенный для дробовика, нафиг. Для ППшечки нужно взять. Эту штуку. Так. В остальном. Остальное. Броник, да? Плюс 8, плюс 6, плюс 5. Давай вот это возьмем. Ну и броник давай. Так. Вектор не нужен. Разбираем. Детали улучшенного оружия, да. Все как и требовалось. Маскировка датчиков дронов. Скорость восстановления. Так. Наколенники. Замечательно. Мой 36 уровень. Все вроде как нормально. А, так. Для ППшки я хотел... увеличенный. Ну и надо будет потом вот эту купить штуку.
Дальность, скорость перезарядки, мобильность, удобство. Ну, урон, конечно, 21, вообще ни о чем. Меткость. Так, здесь есть что? Скорость перезарядки. Замечательно. Остается нам вот это. Высококлассно. Ух. Это, видимо, этот... Какой-нибудь желтый. Не знаю, какой там может цвет быть. Так, смотрим. Нам нужно вот сюда, да? А для этого у нас есть возможность побывать вот здесь вот и вот здесь вот. Но пока... Ну и, соответственно, нам нужно троих за 20 секунд завалить. Ясен пол. В моем секторе чисто. Наверное, не успел. Нет, успел. Осталось четверо и одного этого таракана нужно будет. Так, обсидиан. И одного дрончика нужно будет с помощью усилителя завалить. Смотри-ка, уже синька начала выпадать. Это хороший знак. Так, давай-ка мы пока на Виктор переключимся. Ну да, можно ж было спрятаться внизу. Ну ладно. Так. Кепарик. Так. Так, перезарядимся. Ну вот примерно с такой скоростью должна стрелять моя снайперская винтовка. То есть даже в ущерб урона я готов терпеть это. Главное, чтобы она стреляла именно с такой скоростью. И тогда все будет замечательно. Так. Да вставай ты уже.
Ну, давай-давай. Давай, перебирайся. Ой, дебил. Вы, кстати, заметили, что я... Ух ты. Ничего себе, синенький. Так. Но все равно. Автоматические метки, это, конечно, все замечательно, но нет. Вот надо бы серебряный кол нам потом переобновить. Так. Вот тут у нас есть еще одна прокачка. Металлические детали. Детали высококлассного улучшенного оружия. Так. Ну вот пока из этих двух видов оружия мне вот их... Их надо прокачивать. И вектор, и вот эту штуку. И тогда все будет замечательно. Так. Ну и все теперь. Убираем. Вектор 50 пулек. Было 30, стало 50. Очень хорошо. С учетом его скорости стрельбы, я боюсь, что и этого мало. Мне, в принципе, во всех играх вектор очень нравится. Еще P90, вот этот, тоже очень классный. Но они оба такие прожорливые по патронам. Просто жуть какая. Но зато это топчик. Напихать побыстрее и убежать. Такая логика. We'll be right back.
Stay real tonight. Stay real till I...
Faster than a Rari, yeah, I'm ballin' like I never spent money, I'm a Cheeto, blow up like C4, tryna get a smoothie with a cheat. Black Adam, I'm back strong. Да, ты перезарядишься, нет? Да. Ну, бодренько. Дыши ты так, возбуждаешь. Так, что здесь? Слушай, мне проблем не нужно. Вот и не дыши. Так, перчи. Штанцы. Хеликон. Какие-то хеликон. Скучные. Снайперка. Бутсы. Новое открытие. Скелл экскаватор. Так. Профили VIP. Тайники. Чемодан, где ты?
Так, патрончики мы с вами восполнили. Это замечательно. SC-20K открыли. Как там это называется? Булап, да? Чучек. Снайпер. Ну, это медленная снайпа, она хоть и мощная, но она больно медленная. С моей кривожопостью мне только быстрые. Так, ну что у нас здесь? Все собрали, все абсолютно собрали. В целом можем... Что мы можем? Можем на этом остановиться, я думаю. Ну, зеленые у нас они постоянные. Ну вот, надо будет как-нибудь попробовать аванпостик за какой-нибудь самый такой попроще. Ну вот, может быть, мы сможем что-то сделать. Вот давай ради интереса. Вот рядом с этим аванпостом как раз-таки телепортируемся и в следующий раз попробуем. Потому что мне просто даже интересно, раз уж мы рядом, давайте мы просто подлетим и посмотрим, что там вообще творится. Так. Вон он, аванпост. Нет, это не аванпост. Сканировать-то нам. Так, хорошо. А, ванпост за нами. Вот это получается, да? Ебать ты сраку, кто ты? Не, нахер не это надо. Жесть какая-то, слушайте, а что это такое здоровая хренотень такая? Бехема. Охренеть. Да, явно нам пока рано сюда. Окей. Не забывайте подписываться на канал, заходите в Discord. Всем удачи и пока.